Так, дорогие друзья, и совсем было уже я пошел на покой себе, да, отдыхать, но мысль сверлит в голове, все красивее и красивее становится наш Jurassic Park. Поэтому я думаю, перед тем, как уснуть, сделаю-ка я пальмочку. А, кстати, обратите внимание, что у меня все, смотрите, вот консоль, у меня исчезает консоль, да. То есть у меня тут все расположено строго по коллекциям. Ну, те же самые группы. Вот у меня дерево, допустим, и раз, у меня деревья вообще все исчезли. Я знаю, где их искать, и не надо мне там шарахаться. Это очень удобно, кстати. А в таких... Так, где сейчас появился? Создать новую консоль. О, я ее создал не там, извините. Так, убрать, не там создал, так, я был вот на это просто. Так, мы говорим консоль новая и говорим, допустим, пальма, да? И вот теперь сюда все будут наши пальмочки грузиться, а эти я сейчас просто отключу, так, и нет. Итак, начинаем пальму делать. Пальму начнем с того, что возьмем тоже Shift A, Plane, уменьшим, естественно, зачем такая большая пальма. Так, здесь начнем с того, что увидели вот это ребрышко. Так, Е. Да не, мне всего одно нужно, вот это. Итак, смотрим сверху, хотя, в принципе, мы можем... А, давайте мы сначала вот что сделаем. Давайте мы вот этот объект, мы его повернем. Вот так, допустим. Ну, R. Вот так вот, как у пальмы, должны быть пальмовые листья. И мы также повернем, что нам мешает. Да, кстати, давайте мы сразу же передвинем эту штуку. Вот, ой, я все забываю. Вот так. Гитнут вид. И двинем ее G. Вот сюда, в середочку, да? А далее просто сделаем так. Гитмод. Выделим это. Ставим троечку. И скажем E. Так. Еще E. Так. Вот так. Так мы получим вот такую штуку. Так, 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 так. Я думаю, посередине надо тоже сделать. Ctrl-R-чик такой. Так. Еще раз. То есть мы вот берем вот этот, выбираем. Потом включаем пропорциональное редактирование. S. Берем наш так. Ой, ну что ж такое, S, и начинаем ее сдвигать, вот так, ну вот так, допустим, да, то же самое здесь, S, сдвигаем, получаем вот. Так, а теперь нам надо нарезку сделать. То есть мы сейчас с вами сделаем такие, возьмем К, так вот тут, так, Enter,
Далее опять К. Сто. Чтобы уже очень было похоже. Можно, конечно, это все нарисовать, но я предпочитаю, знаете, как бы пускай это будет смоделировано лучше. Не полениться, а взять и сделать так. Кстати, тут мы еще кое-что не закончили. Вот это нам надо наверх. G. Так. Да, вот так вот. Так, ну и этот может быть сюда. Этот может быть сюда немножко. Так, так. Здесь тоже, короче, надо нам такой же сделать К. Так, и так. И здесь. Так и так. Потом, естественно, мы можем это все пойти вот сюда, выбрать эти полигончики. Ну и удалить. Итак, теперь нам нужно его размножить и размножить по кругу. Для этого мы возьмем с вами MT. Я его так называю в эфире MT или еще что-нибудь. Но MT мне больше нравится, так-то ласково MT, да? Взяли. Вот это у нас основное. Теперь мы пойдем с вами в Array. Выделим. Пойдем Array возьмем. Пробую назад это отыграть и покрутить так, как мне надо. Допустим, давайте сделаем 6. Сразу сюда. И вот теперь легче нам будет R. Да, конечно. Z. И теперь они все тут крутятся, да? 2. Ну, только что все нормально. Сорвалось вот что, ребят. Сорвалось empty. Тут мы делаем 6, правильно все. Тут не забываем. Мы потеряли ее. Да? Ну и вот теперь R по Z. Вот так. Оба, шикарно. Раздвинули. Так вот. Отлично. А далее мы можем с вами сделать следующее. Мы возьмем эту штуку, скажем, play. И shift-D. Shift-D по Z. Вот так. Теперь раскручиваем его тоже. Вот так. И уменьшаем. Ту-ду-ду-ду-ду. Вот так. И опускаемся. Вот все. То есть пальмовые листочки у нас готовы. Не предвзято так. На это не обращаю внимания, потому что здесь у нас сейчас будет. Так, теперь мы что с вами сделаем? Мы возьмем с вами. Возьмем цилиндр. Вот он. Но зачем нам столько сторон? Ну, вот 8 штук за глаза. Вот так. Так, смотрим, он у нас здоровенный с радиусом, куда нам такое, вот так сделаем, да? И 2 метра, ну куда тоже 2 метра, вот так достаточно будет. Так, опускаем вниз, пока что так, меньше по Z, вот так опускаем. Кстати, вот эти два объединяем, наверное, надо их объединить, я думаю. Ctrl-J. Вот так. Вот так пишется Ctrl-J. Я не знаю, как по-английски.
И мы можем теперь сбоку поглядя взять, скажем, R и немножечко наклонить палочку нашу вот так, да? Теперь мы можем подключить. Здесь займемся теперь делом. То есть возьмем вот это и уменьшим, естественно. Но нет. Без этого, конечно. S. Вот так уменьшим. А эту увеличим наоборот. В итоге получим вот такую штуку. Так, хорошо. Но нам надо ее как-то загнуть вообще-то. Так, давайте попробуем так. Ctrl-R. Вот здесь. Допустим, да? И можем ее потянуть теперь. G. Допустим, вот так. Или вот так. Так, и теперь Ctrl-B. Вот так сделаем. И увеличим количество. Колесиком крутим. Видите, как удобно. Можем больше колесиков сделать, можем меньше, если бы кругленько было. Вот так. Вот. Здесь тоже сделаем штуки 3, наверное, таких Ctrl-R-чиков. Раз, два, три. И так. Вот здесь есть. Теперь на самом конце мы сделаем Ctrl-R. Раз, два, три, допустим. Так, мне кто-нибудь это может объяснить? Не знаю, на всякий случай я вот все-таки вот так сделаю. Видите, вот так вот. Раз. И все. Не буду обращать на то, что какие-то лучи появились. Это странно. Но в этом случае мы сделали такую бабушечку. Теперь мы пойдем вниз. Тоже сейчас Ctrl-R сделаем. Представляете, что творится? Тут, скорее всего, что-то не включено или отключено чересчур. Так, теперь мы сделаем так. Ну-ка, еще раз сейчас попробую Ctrl-R. Ну, сейчас ничего нет. Там что-то было отключено. Так, и теперь S. Не-не-не. Вот это отключаем. S. И вниз ее. G. Вот так вот мы получили такую пальмочку. Так, сейчас быстренько ее раскрасим. Сделаем так. Вот это у нас будет коричневое, да, допустим. Нет, объект мод. Вот эта штука у нас будет коричневая. Так, вот так, скажем, новое, скажем, коричневое, давай, светло-коричневое, вот такая, допустим, только, так, не видим, какая она, вот так, да? Теперь в Edit моде выделим включенной прозрачности, выделим B, вот эту часть, бабушечку, так, и скажем, что нам нужен новый материал. И покруче. Так, тоже так, но потемнее. Вот так сделаем. Так. Забыл, блин. Я забываю, что надо. В этом случае, когда вы делаете второй, да, надо набирать сижн. Так, смотрим сбоку, выбираем, да, вот это, так, вот, встаем на этот материал, играем остижим, так, и здесь то же самое, выбираем B, вот так, можем еще разделить на один раз, Ctrl-R, и потянуть сюда. Так, и теперь выберем вот это, вот так, и тоже скажем материал сижен. Все, вот такая она. Теперь включаем
Эмки вообще надо убрать, она не нужна для этого. Так, включаем терплейн. Вот они, наши замечательные листочки. Выбираем их. Говорим это и это. Не, только это. Ну. И находим ее какой-нибудь зелененький цвет. Ну, допустим, вот такое. Все. У нас есть пальма. Чудно. А, стоп. И здесь Z. Чуть-чуть ее отсюда. Кокосы делать не будем. Не надо нам кокосов. Посмотрим просто сочетание. Может быть, немножко уменьшим эту. Вот так, чтобы оно уж не сильно было здорово-то. Так, включаем все остальные. Где пальма-то? Эй, алло. Пальма. Странно. А, вон она там торчит. G по Z. Вот. Вот наша пальма. Мы ее сейчас увеличим. S все. И поставим куда-нибудь сюда. Тут я хотел пальму одну сделать. Да. Опускаем пальму сюда. За камни прямо вот сюда. Вот так. Так. И немножко R по Z разворачиваем ее. R по Z. Вот так. Ну, так. И, естественно, с камней нарасти не может, да? G по Y. Ребята, ребята, не надо это делать. Вместе надо, вот выбрал, вместе вот так вот выбрал. И G по Z, пожалуйста, сколько угодно. А также и по X можно. Вот так вот. Так. И, конечно же, можно еще одно сделать. То есть Shift D. Потащите вот сюда. Так, может быть, ее сюда немножечко. Сейчас посмотрим сверху, ребят. Куда нам лучше уже. Так вот. Развернем тоже. И малость увеличим, чтобы они не были все одинаковые, а немножко увеличим. S. Вот так. И подымем, конечно. Вот так. И как вы видите, у нас теперь появились пальмы. Красота. В общем, ребята, нам остались сделать лопухи вот тут еще. Интересные такие лопухи, потом пальмы большие, маленькие раскидать здесь. Ну и все. Ну-ка. Сейчас я вот так сделаю. Чтобы видно было, что мы пальму с вами сделали. И потом мы будем делать с вами динозавра. Ой, здорово будет. Так. Я делаю рендеринг, чтобы использовать это для картинки. Ну все, дорогие друзья. Теперь-то я уже спокойно могу уснуть, наверное. Сейчас посмотрим, что получилось. Вот она получилась уже, да? Вот она. Хорошо. До следующего раза. До утра.